В деревне Петрушино завершается социальная догазификация населенного пункта. Проведены основные строительно-монтажные работы. Все абоненты будут подключены в течение 2 месяцев. Впереди сбор документации для сдачи газопровода в эксплуатацию. 30 жилых домов подключены к существующему распределительному газопроводу длиной в 1500 метров. На данный момент сотрудники Мособлгаза приступают к закрытию котлована. В дальнейшем будут подключаться абоненты внутри участков, то есть непосредственно подключаться газовое оборудование к газовой трубе. Для абонентов требуется приобретение газового оборудования. Да, это котел, плита, если какие-то еще будут газовые приборы, то, соответственно, их тоже приобрести и установить в своем помещении. Стоит отметить, что для обеспечения безопасности использования газового оборудования в помещении требуется вытяжная приточная вентиляция. В настоящее время работы по строительству газопроводов выполнены в 43 населенных пунктах. Также Мособлгаз планирует до конца этого года провести монтажные работы в деревнях Мисайлово, Таболово, Ощерино, Мамоново и селе Молоково.